Всем привет, и сегодня утром в моем канале Telegram, а кого там нету, ссылка в описании, я написал, что я купил скрипту от Кова для слива треков, и сразу же его протестировал. То, что я нашел, довольно интересно, так что присаживайтесь поудобнее, заранее тыкайте на лайк, потому что вы не пожалеете, и приятного просмотра. 2 месяца назад Слава Марлов выпустил сниппет на трек «Ленивый». Трек оценили многие фанаты, и он даже занял место в ТикТоке. Однако все считали, что этот трек должен будет войти в его грядущий альбом, но сегодня все изменилось. Как я уже и сказал, я купил скрипт для слива треков, скачал его, и первое имя, которое я ввел, это был Лил Кристалл, конечно, я альбом уже год жду. Вторым оказался Слава, и то, что я увидел, было довольно-таки необычно. Скрипт выдал мне 2 трека, и ссылку на их скачивание. Один из треков был явной склейкой школьника, но второй меня удивил больше. Это был слив трека «Я ленивый», в хорошем качестве и в стиле Славы. Не верите? Прослушайте этот отрывок. Это либо годная склейка, которую решили залить на площадке, либо реальный трек от Славы. Все данные о треке вы увидели прямо сейчас. Вступайте в мой Telegram, там я солью этот трек в течение 2 недель. Обнял. Ссылка в описании.